Всем привет! Сегодня посадим вот эту орхидейку. Это у нас орхидейка Обилахта с марта месяца. Стоит в открытой системе. Я уже корни вот ей намочила, чтобы посмотреть, чтобы иметь представление, что там у нас вообще происходит. Вот тут у нас происходит цветонос. Но я думаю, что я, честно говоря, не помню. Мне кажется, он у нее и был. Может, не был. Уже не помню. Так как это было давненько уже. Выглядит она неплохо, хочу вам сказать. С марта это месяца, да? Хорошо выглядит. Корни, конечно, у нее не очень. Но она пытается растить их. Вот, а это уже хороший признак. И, в принципе, все показания для того, чтобы наконец-то ее посадить. Как вы видите, я ее мазала Максимом после покупки. Что-то значит, были подозрения какие-то, может, для профилактики. Сейчас уже тоже точно не смогу сказать. Это надо видео смотреть, а видео у нас от 15 марта. Так, хочу посадить вот в такое ведерочко. Так, сейчас только его надо чуть-чуть сбрызнуть, то оно какое-то не очень чистое. Кто-то в нем уже у меня тут это сидел. Так, момент. Так, ну такая, листья у нее такие хорошие, длинненькие, поэтому без сомнений сразу я выбираю такого размера. Типа горшок ей. Я думаю, что она сейчас быстро пойдет в рост. А если уже был заложен цветонос, то значит, возможно, скорое даже и цветение, что не может не радовать. Любое цветение меня радует. Даже если это простая белая орхидейка, хотя тут неизвестно, какого цвета. Это я тогда в Лахте хапнула несколько штук. Теперь расхлебываю. Теперь сажаю их каждый день тут без устали. Керамзит уже, можно сказать, кончился. Сажать не во что. Так, ну эту мы с вами посадили. Меня просто, вы что думаете, одна что ли? Нет, мне их еще, наверное. Ой, даже не хочу говорить. Сейчас еще одну принесу. Это выглядит, конечно, хуже. Ну иногда ей я забывала подливать водички в кашпо, над которым она стояла. Но вот здесь у нее все-таки какие-то корни. Так, сейчас. Поэтому мы сейчас ее немножечко опрыскаем. Ну, вот эти старые корни, они, конечно, не очень. Видите, такого цвета. Ну, плюс еще грунт покрасил их. Поэтому
Поэтому очень нужны новые. Но они растут, вы видите, они там пробиваются. Она борется за жизнь. И мы ей дадим шанс, естественно. Хочу прямо совсем в маленький стаканчик ее поместить. Прямо в распорочку, что встала туда. Прямо вот так вот. Плюс, конечно, я буду ей листики-то вот так укорачивать. Так вот. Чтобы легче было орхидейке. Ну и чтобы она не перевешивала. Потому что листик, конечно, будет цепляться за все, перевешивать. А у меня там в этом стаканчике дырочка. Потому что раньше в эти стаканчики сажала другие цветочки. И на фитиле они у меня стояли, видите. И тут дырочка. Поэтому нет у меня пока без дырочки. Ну ладно, поставлю ее во что-нибудь. Так, сейчас мы ее засыпем керамзитиком. Потому что они в этих пустых кашпо стоять мне уже, честно говоря, запарили некоторые из них. Потому что они не все хорошо выглядят у них. Те, что хорошие, те и выглядят хорошо. А те, что доходяги, это так она еще будет стоять еще очень много времени. Все-таки здесь больше шансов ей нарастить корневую сейчас. Потому что... Ну, потому что уже не зима, и все, можно сказать, возможности у нее есть. Так. Ну, как-то мне вот так спокойнее будет. Я сейчас воды, хотел сказать, воды налью. Ну, вот как я налью воды? Ну, поставлю ее в другой какой-нибудь емкость сейчас. У меня есть чуть поменьше. Вот так поставлю, чтобы вода не вытекала ко мне на полочку. Вот, ну вот корешок. Я думаю, что должен пойти туда вовнутрь стаканчика. Потому что хотелось бы, чтобы он чувствовал, что там где-то есть вода. Так. Сейчас я еще насыплю керамзита поменьше. Керамзитик у меня мелкий еще есть. Да, был бы стаканчик без дырочки, было бы еще лучше, честно вам скажу. Я сейчас найду, во что поставить, чтобы совсем как бы воду можно было налить. Вода там стояла внизу. Не знаю, может быть, найду, чем заткнуть эту дырочку. Я подумаю. Хотя я это очень не люблю, вот этой ерундой заниматься. Чуть-чуть попрыскаю, потому что... Корни у нее проблемные. Хочется их все-таки как-то получше намочить. Ну, пока они будут стоять, корни. Сейчас в мокром керамзите они сейчас немножечко попьют, пропитаются. Вот видите, вытекает все. Сейчас найду какую-нибудь тару ей еще. Так вот, кап-кап-кап-кап, все вытекло. На листик тоже прысну. На таких вялых я иногда вот так прыскую хожу. Так делаю, так вот, проходя мимо. Все. Эти две посажены.
Пока не буду вас больше утомлять этими посадками. Потому что, ну, это вообще... Это набрать столько уценок, чтобы каждый день пересаживать. Мне, честно говоря, полка скоро обвалится уже. Поставить некуда. Но я все планирую. Все планирую. Кого-то все-таки на окно перебазировать, пока лето. Но для этого мне нужно сделать... Затемнение небольшое. Сейчас я вам покажу. Ну, вы, наверное, в курсе. Тот, кто давно со мной, тот знает. Вот, видите, вот тут вот, как я сделала. И вот здесь тоже мне надо сделать на два окошка. Вот. Тогда я спокойно даже могу и шторки поднять. Ну, и... отсутствовать дома. А то утром встанешь, вроде нет солнца. Поднимешь шторки, уйдешь на работу... И в обед начинается солнцепёк. Ну, это так, редко, конечно, но бывает. Бывает из-за тучи, как выйдет солнце, как давай сжечь мои орхидейки, которые я здесь поставлю. Поэтому вот. Ну, вот одну поставила, вот, с бутончиками. Ну, то есть не одну, у меня тут несколько стоят, но они вдали, вдали. И тут еще у меня все-таки не светит напрямую. Солнце, поэтому нормально. Ничего не горит, я наблюдала. Вот, а одна вот с бутончиками. Я решила ее поставить на окошко в надежде на то, что, может быть, будет более буйное цветение от солнца. Ну, или от натурального света. Потому что, ну, это тоже, конечно, им нужно. Без сомнения. Но у меня, к сожалению, а может, к счастью, я не знаю, южная сторона. И у меня, конечно, тут все вообще, если вот так шторки открыть, то тут все сгорит. Все сгорит. Потому что летом мы просто здесь помираем, задыхаемся. У нас очень жарко в квартире. Все мои окна выходят на южную сторону. Балкона нет, напомню, кто не знает. Или забыл. Вот. Поэтому бывает не очень хорошо летом. Узнаете, товарищи? Все в той же позе. Мурзик, тебя снимать неинтересно, потому что ты все время либо лежишь, либо стоишь на кровати. А, ну еще у миски бывает. Все. Никакой фантазии, абсолютно. Он только проснулся, поэтому он такой злой. Потому что я пыталась его заснять до посадки еще орхидеи. Хотела заснять, как он храпит. Только поднесла к нему микрофон, но сразу вскочил и проснулся. Не знаю. Чутко спит, как прям всегда на чеку, короче говоря. Как какой-то шорох, сразу глаз один открывается. И все нормально у него. Мурзик, ты будешь с людьми-то общаться? Люди же хотят с тобой пообщаться. Мурзюня, Мурзик. Мурзик. Вот такой вот. Взял, отвернулся. Я ему и так, и сяк. О. Ну, посмотри ты в камеру-то хоть. Мурзик. Вот такое у меня животное. Смурное. Это чья тут шерсть, он валяется, он на кровати шерсть, он лежит, смотрите, он, видите? А вы мне спрашиваете, зачем я кота подстригаю? Вон, смотрите. Вон оно, летает все. Вот затем и подстригаю. И, кстати говоря, вот будем подстригаться скоро. Вот не сегодня, а завтра. Там уродина? Не хочешь? Придется, дорогой мой, придется. Потому что ты уже... Оброс, как будто и не стригся никогда. Очень-очень быстро отрастает шерсть у него. Скажи всем пока. Всем пока!